Вы национал-социалист? Частично. частично. Что такое частично? Я считаю, а? что государство должно быть социально ориентированным. Что до, может быть бизнес любой, даже очень большой, но он должен быть социально ориентированным. Но вы национал-социалист или нет? Да. Главенство какой нации предполагает ваш национал-социализм? А вот тут вы пытаетесь загнать в рамки. Еще раз говорю, Ша: Я для себя. Национал-социализм – это система взглядов, Сергей. Которая сейчас, предполагает... Сейчас. Но вы пытаетесь загнать в нацию в очень узенький формат. Вы пытаетесь загнать в данном случае Украину или украинский национализм национализм в Волынской области, а его нет. Мы смотрим на себя как часть европейского проекта. И этот европейский проект включает в себя э, достаточно большое количество наций.